Сегодня в Красноярске состоится торжественная церемония открытия 4-го международного фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». В этом году в краевой центр приехали команды из Китая, Казахстана, Латвии и Индии. Всего в фестивале примут участие 28 сборных. Конкурс проводится по двум номинациям «Снег и лед». Основная тема работ в этом году будет посвящена 125-летию написания Василием Суриковым картины «Взятие снежного городка». Торжественное открытие намечено на 19 часов. Церемония пройдет на нижнем ярусе Театральной площади.